Лошади Булунского района страдают лептоспирозом. На декабрь текущего года обследовано 30 животных. Какие прогнозы дают ветеринары в нашем следующем сюжете? В Булунском районе на сегодняшний день насчитывается 494 голов лошадей. Заболевание лептоспирозом животных на территории Булунского луса ранее не устанавливалось. Это заболевание выявлено именно от дикой фауны. Ветеринарно-испытательная лаборатория по государственному заданию выслали паренхиматозные органы от Соболя, одну пробу для исследования лептоспироза села Намы и отправили в Якутскую республиканскую ветеринарно-испытательную лабораторию. Результат исследований по экспертизе был обнаружен генетический материал патогенных лептоспир. По распоряжению Департамента ветеринарии Республики Саха-Якутия установлен ограничительные мероприятия на территории в селе Намы. Проводились клинические осмотры животных, дезинфекция, дератизация скотопомещений и коровников, вакцинация животных и лечебно-профилактические мероприятия. Это взятие проб сывороток крови и биохимические анализы. По комплексному плану убой животных запрещен. По состоянию на 1 декабря 2016 года обследовано 30 голов лошадей в селе Намы. Работают 3 ветеринарных врача. Проведен индивидуальный клинический осмотр животных, дегельминтизация, биохимический анализ крови, витаминизация и другие работы. Лошади не вакцинированы. В связи с отсутствием финансирования на приобретение вакцины против лептоспироза животных в бюджете Республики Саха-Якутия. Остатки вакцины против лептоспироза животных в настоящее время собирают из районов республики, чтобы направить в Булунский район. Сразу после получения вакцины будет проведена вакцинация согласно плану. Разработан и утвержден комплексный план по ликвидации лептоспироза в селе Намы. Ольга Григорьева, Валерий Савельев, НВК Саха, Тикси.